от Кристины Мацкевич. И сегодня мы будем с девчонками повторять. А что с девчонками? Потому что у нас Ева и еще одна Ева. Повторять парные фотографии, которые я найду для вас в интернете. А вы должны будете справиться, хорошо? И мы узнаем, кто все-таки круче, исполнители в интернете или наши девчонки. Посмотрите, вот такую фотку вам нужно повторить. Так, тот, кто стоит на коленях, туда лицом, а тот, кто стоит в стойке на руках, туда лицом. Да. Раз ножка, иди вторая, а вот вторая. А прогнись, голову подними. Голову подними. О, о, мне кажется, мы даже выполнили круче, круче. Молодцы, девчонки. Так, ну что, давайте следующее задание. Да. Посложнее хочу вам. Посмотрите, какое классное я вам нашла. Так, туда головами. Получается. Вот это нога согнута, а вот это вот сюда. А руки ей на плечи. Во, на плечах. Во. И там согнись. Нормально. Не на груди. А, тогда давай. Тогда не сложно. О, давай. Давай, давай, давай. О, давай. Носки, носки, носки натяни. Еее, мне кажется, мы опять круче, чем кто-то в интернете. Так, девчонки, идите ко мне. Следующее я вам нашла, ну нереально крутое, ну просто посмотрите. Не, это... Это нормально. Сложно, ну это тебе, Ева, нужно поставить. Это ты, Ева, туда головой, туда ногами. У тебя одна нога в потолок. А, вот это в сторону, это в потолок. Ева, ты отсюда заходишь как будто бы на колесо. О! Она, короче, как вот это вот. Вот так, да. Ставь ей ногу вот сюда. Сейчас будешь наклоняться. Да-да-да-да-да. Эту ногу вот сюда. Выпрямляй, Ева. Ева, выпрямляй. Господи, одна Ева, вторая Ева. Согни ногу вот эту. Вот, стой. Как-то вот сюда, не сюда нужно. Господи, прости, колено втяни. Пошла. Хоп. Она тебя держит на своей ноге, Ева. Ой, а мы не так делаем, прикиньте. У нее, короче, корпус, смотри, не между твоих ног, а вообще сбоку. Вот. Прикинь, а она ногу ставит не сюда, а вот сюда, напрямую. Ева стонет. Мы засчитываем, нет? Нет? Друзья, топаем дальше. Не получилось, но ничего страшного на самом деле. Следующее, пожалуйста, вот вам картинка. Одна сидит. Другая. Не, Ева, туда. Туда, в ту сторону. Туда, в сторону, да. Ева, а ты туда головой. Ева, держись! Держись, Ева! Ева, держись! Ева! Я убегаю. Раз, два, три. Молодец. Так, следующее, пожалуйста. Евка, ложись. Да. Ев, туда головой. Ты встаешь ей на локти. Она ушла, она ушла, она ушла. Да, я ушла. Я убегаю. Оп. Ну, я думаю, что на самом деле за одну секунду можно было успеть вас сфоткать, поэтому... И последнее самое задание, пожалуйста. Вот это задание, которое любят все в ТикТоке. Оно такое достаточно сложное. В общем, давайте. Один садится, второй становится ей на ноги, цепляется стопой флексом за шею. Вот этой ногой. О, вот сюда поближе. Вот.
Вставай, сейчас вторую ногу закидаешь ей на шею во флексе. Ева сейчас отклонится, и все у тебя будет хорошо. Колени втяни. Развернись. Вот. Все. Держим. Стой. Держись. На счет три я убегаю, и Ева отпускает. Раз, два, три. Победа! Классная, на самом деле, получилась команда Ева и Ева. Ну, а для тех, кто забыл, это Ева Моисеенко, а это Ева Гирник. Я думаю, что девчонки справились еще и круче, да? Ну, потому что мы более гибкие, да? Угу. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Пока!